Всем привет, с вами Шмыгов на канале Ушмыги. Сегодня поиграем в игру Winmost. Это у нас уже какое? Третье, наверное, прохождение, да? Ну, надеюсь, что сегодня, может быть, до финала доползем. А может быть и не доползем. Как она пойдет, посмотрим. Если все очень быстро будет, то будет хорошо. У меня за окном идет дождь. Это, в принципе, очень похоже на игровую атмосферу, да? Наверное. Мы с вами попали в замок. И мы можем куда-то спуститься, правильно? Да. Мы можем куда-то спуститься. Нам нужно вообще искать с вами... О, телега. В смысле, не телега, а... Что это? Как называется? Тут еще есть паутинки. Так, стоп. Это какой-то рычаг. Но он, походу, не работает, правильно? Так, значит, нам нужно... Ага, все понял. Нам нужно спустить и поднять эту шестеренку, правильно? Скорее всего, так и оно есть. Так, тут что у нас есть? Ага. А мы должны собирать еще, чтобы послушать историю, мы должны еще собирать всякие... Ой! Взять. А, мы можем сдвинуть. А, все, я понял. Это можно разрушить, короче, да? Наверное, надо упасть посерьезней. Так, что это нам дает? А, сюда шестеренку надо вставить. Все, понял. Погнали. Шестереночку сюда. Поднять. И перетащить. Все правильно? Все просто вроде как. Что-то пока мы этих звездочек не нашли здесь ни одной. Странно. По идее, они должны быть здесь. Да, или нет. Не знаю. Ну ладно. Так, мы берем. Катим вниз. Текс, текс, текс. Может быть, здесь будет какая-нибудь... Вообще в труднодоступных местах находится... отпусти. Так, все, это мы сделали. В труднодоступных местах находятся эти звездочки, но они почему-то здесь называются болью. И за эту боль мы получаем с вами кусочек какой-нибудь истории. Подожди. Тут нету ничего, нету, да? Так. А, мы отсюда пришли, что ли, да? А, ну да, мы отсюда пришли. Туплю, туплю. Так, давай-ка вниз. Это что тут у нас? А, ключик нам нужен, да? Нету здесь нигде этих больше? Более. О, есть, одна есть. Отлично. Хорошо. Так, ящик сдвинули. Можем вниз проползти. Можем вниз про... Да, можем. Так. Тут... Ой-ой-ой. Тут у нас что? А, тут мы можем... Ключик, наверное, взять, да? Тут больше нигде нету этих. Так, вытащили чего? А, нужно теперь опустить ту штуку, да, наверное? Скорее всего, так оно и есть. 39, она на 40, 40, по-моему, говорила, да? Будет историю рассказывать, бабка старая. Так, теперь мы можем вытащить, и ключик, наверное, упадет вниз, и мы... Мы тоже, наверное, упадем вниз, скорее всего. Правильно я понимаю? Да. Ключик упал вниз, и мы вместе с ним мы ходим тоже вниз. Так, подожди. 39. Мне бы еще одну найти. Боль. Открыть. О. О, две штуки. Отлично. 41. Так. Подожди.
Тут нету больше нигде этой штуки. Паутину мы отрезаем. А, ну все, я понял. Тут нужен ключ для двери. Все предсказуемо. Не-не-не, я сказал вниз. Да, хорошо. Так, и мы это лесенка. Слушайте, ну мы... А, так, срезать тут еще можно. Еще одна боль. 42. Надо еще много. 85 тут оказывается их. То есть, может быть... О, еще одна есть, отлично. 43. Да, наверное, чтобы весь пазл истории сложился, нам нужно все собрать. А если мы все не соберем, то, скорее всего, мы не разгадаем всю историю, да? Хотя, может, и нет. Это у нас сейф, типа, да? А, девочку в классе все пинают. В классе пинают девочку. Отец не может достучаться до ребенка. Не только, это как бы сказать, не только дверь достучаться, но и до ребенка тоже он не может достучаться. Суицид — это как бы плохо вообще, в целом, и в частности. Значит, мы немножко уже понимаем, что в истории происходит. Эта девочка, она покончила жизнь самоубийством. Это ее отец. И, соответственно... Ой! Ага, отец, то есть девочка умерла, и он упал вниз. Как бы душевно и недушевно. Ну, вы поняли, да? Значит, грустный этот отец ходит по подземельям своей души, я так подозреваю. Это самое, что-то я хотел, подождите, вам рассказать. А, ну, скорее всего, да, эта девочка, которая вот умерла, она, видите, она брюнетка, а вот та, которая зайчиком, она как бы блондинка. Скорее всего, это ее дух. И... Да. Как я и подозревал, то есть это призрак, который зайчиком там ходит. Мы по... А, бесконечный путь по душе его. Угу, это... Прыгать я не могу? Не могу. Бесконечный путь... Мы можем вернуться назад, наверное. Да. Бесконечный... Бесконечный путь искания себя по своим закоулкам души. Так, а где мы? А, мы здесь. Я туда наверх не могу забраться? Нет, не могу. Подожди, может быть, мне бы еще немножко боли подсобирать, да? Так, а как мне... Ага. А, все, я понял. Вот лестница. Ой! Блин, я умер. Я не специально. Я думал... Найти там немножко боль. Ну, в смысле, эту штуку. Ну, короче, вы поняли, да? А, отстань, иди сюда. О, еще какая-то записка одна. Еще какая-то одна записка, на которой написано I can't do this anymore. Я не могу больше это терпеть, типа. В переводе на русской. Или я не... очень мало я пока нашел этих звездочек, или... Почему-то в игре называют это болью. А, ну мы... А, все, я понял. Мы с вами в начало вообще попали. Самое начало. Ага. Так. Так. Я что-то уже и не помню этого начала, на самом деле. Так, ну ладно, пойдем к бабке. Послушаем историю. Так, 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 так. А где бабка-то это, я уже забыл. А, мы можем ключ срезать, точно. Опа.
Маминые печеньки. Что-то там такое. Так, хорошо. А, вот туда я не могу попасть почему-то. Уже не помню почему. Ну ладно, бабка, давай, говори нам. 40, да, есть, есть. Погнали. Вори приближается. Ведьма поклялась вернуться, и она вернется. Рыцарь никогда больше не вырастет собственный путь из этих земель. Его сердце черно. Но он украл чужой путь, он украл цветок души. Он создал путь из огня и чужой боли. И ведьма видела это, и ведьма ненавидела его за это. Но лишь ведьма могла связать цветок души с черным сердцем рыцаря. А лишь ведьма знала, как разрушить барьер цветка. Он приходил к ней раз за разом. Он просил ее, он убеждал ее, он угрожал ей. Он умолял ее. Но ведьма ненавидела цветок из огня. Ведьма ненавидела рыцаря. Ненавидела за то, что лишилась своего цветка когда-то. За то, что рыцарь забыл ее боль. За то, что рыцарь украл новый цветок для себя. Она могла бы связать свое сердце с цветком из огня, и он умолял ее сделать это. Но она никогда не станет делать этого, ведь она потеряла свой цветок. И нет у нее больше надежды, лишь только боль. И видя цветок из огня, все глубже провалилась она в безумие. Ты чувствуешь этот ветер? Буря идет. Ведьма сожжет этот мир, и вы встретитесь. Снова. Ах, принеси больше новой боли. Так, ну нам типа 50. Ну нам, короче, смотрите. Значит, может быть, так как дочь умерла, они усыновили новую. Но... И, подожди. А куда мне надо? Я забыл уже. Наверх. Мне что-то даст наверх? А, ну да, мы же там на лифт вроде собирались. А подушечку-то это вот этого нельзя, да? Ну ладно, так. 43, мне нужно еще 7 найти. Ага. С тобой побазарить можно? Нет, нельзя. О, еще одна. Есть. 44. Так, еще 6 надо, по идее. Мне же на лифт нужно, да, или нет? Я что-то забыл уже, куда... Ой, ёптель, моптель, ты что? Ты что? Дурак, что ли? По-моему, мне нужно на лифт. Потому что мы же со скалы, типа, с этой спустились в замок, а справа мы... Направо мы не ходили, правильно? Там вон какой-то ящик есть. Спустись. Так, в ящике что у нас? В ящике одна боль. Так, еще 5 надо найти. Почему не открывается? Почему ты не открываешься? Не открывается дверь, значит, надо ее открыть сейчас будет как-то. Это мы сохранились, типа, да? Две боли. Использовать кирку, ага. Так, проходец. Разбить. Еще одна боль. Итого 48, еще две надо. Так, окей. Может быть, где-то вниз можно спрыгнуть? Нет, почему все закрыто-то у нас? Так, подожди, я что-то запутался.
Интересно, почему так? То есть мы тут больше ничего не сможем открыть. А наверх туда я запрыгнуть не могу, да? Так, хорошо. Ой, а почему? Блин, опять нужно вызывать лифт, что ли? Нет, давай тогда. Подожди, может быть, лифт уехал и можно открыть? Нет, нельзя. Очень все странно. Ну ладно. Не, вниз я тут вроде нигде не могу спрыгнуть, да? И наверх я тоже нигде не могу попасть. Странно, ладно, пойдем вниз, хорошо. Значит, мы что-то не сделали там, внизу. Скорее всего, да? А вот туда-то нельзя забраться? Вроде нельзя, да? Так, вниз это не сюда. Подожди, может быть, здесь я что-то упустил? Опа! Есть одна. Еще одна нужна. А как я так невнимательно-то играл, получается? А, это пещера, где он нам дал этот. Так. Не то, все не то. Подожди. Тут что не может быть есть? Что тут? А, это тут сейф просто. А, мы же, помнишь, нам нельзя было добраться, потому что... А сейчас, скорее всего, доберемся. Или нет? Блин, нет, не доберемся. А как нам туда попасть? Вот эту пипетку надо как-то вытащить, да? А как туда? А как ее вытащить? Непонятно. Туда же я не допрыгну? Не допрыгиваю, да. Не, никак не допрыгиваю. Так, птица, иди нафиг. Птица похожа на усы. Носи усы, не ссы. Ну, птица, уйди. Ну, уйди. Дай, я хочу, мне спрыгнуть надо. Алло. Птица. Ну пусть так, хорошо, так. А здесь тоже все прошли или нет? Ой, сильно ушиблись. Так, а вот это что тут такое, подожди. А, отсюда мы, по-моему, и пришли, да? Ну да. Блин, одну штуку надо найти. Что-то я сейчас запутался. Библиотека это была. А, ну мы этого убивали здесь, да. А почему тут нельзя прыгать-то, я не понимаю. Что это за место такое, где нельзя прыгнуть? А, вот здесь мы были? О! О! Записка.
Собачка, наверное, какая-то. Ой. Какая-то собачка. Или что-то такое. А, мы вернулись взад вообще. Так, подожди. Может быть... Может быть, нам нужно вообще назад уйти, вот сюда куда-нибудь? А, нам нужен вот этот ключ. Блин. Подожди. А почему я наверх не могу прыгнуть? А, мы сейчас ее убьем, короче. Ага. И запрыгнем. О, еще одно. 50, да? Отлично. Можем еще историю послушать. А, королевишна какая-то. А что мы вообще открыли у нас с вами? Тут еще 2, 3, 4, 4 штуки, 5, 6. Ё-моё, много. Так, мы можем историю послушать. А мы вот туда не можем прыгнуть? Подожди. А, не, вот так надо сделать. Ладно, пойдем историю слушать. А это что такое тут? Непонятное, да? Так, ну ладно, смотри, 50 мы, в принципе... Не сюда, вот сюда нам нужно. А что делать с теми дверьми тогда, непонятно. Где эта бабка? А вот она здесь. А, боль меняет. Она и тебя изменила, человек, но ты еще не видишь этого. А может, и не увидишь никогда, как и не видела... Как и не увидела ведьма. Безумие полностью поглотило ее, и потухли ее глаза от слез. Она хотела больше, чем остальные. Ей было мало самой перестать чувствовать боль. Она хотела избавить от боли всех. Но хранителей искры невозможно победить. Многие пытались и пали, и она не встала в их ряды. Он вечен, и он в каждом из нас. И она думала, что нашла другой способ. Она думала, что единственный. Пусть боль развеет всех. Все должны сдаться. И она поможет им. Она спалит этот мир. И спалит каждого в нем. Она возвращается. Я уже вижу зеленые сполохи в небе. Осталась всего одна история. И это история о тебе, человек. Ах, принеси больше новой боли. 60, так. Может быть, сейчас сможем открыть те двери. А, подожди, а здесь что у нас? А, и все, типа, только... Окей, понял. Давай дальше пойдем. Может быть, и двери откроются нам. Не, ну там-то мы были, зачем нам туда опять идти? Так, я забыл, где лифт-то там у нас? Там, что ли, да? Ну, будем надеяться, что... Двери будут открыты сейчас. А если нет, то что? Куда нам идти? Я даже не знаю. Нет, закрыты двери. Я, может быть, что-то не то делаю? Подожди.
Я запутался. Что тут надо делать-то? Ну, опять замок полетели. Не, я что-то вообще не знаю, что делать надо. Запутался я немножко. О! Ну что? Неоднозначно это было, да? Так, тут сейф был. Опа, это куда я? А, ну я сюда и хотел, но... Опа. А наверх я уже никак не попаду, да? Блин. Так, стоп. А что нужно делать с колоколами? На них нельзя запрыгнуть, их только можно использовать. Таким образом. Пока ничего не понятно, да? Может быть, нужно... Короче, ладно. Нам нужна как бы какая-то подпорка сюда, типа, да? И... А зачем нам... Ничего не понимаю. Ладно. Ой, ёб твою мать. Так, это еще один зверь, да? Ёп. В смысле, я умер? Ой, ё-моё! Вот этот упырь. Да? Здорово, братан. Иди сюда, пс, парень. А, он глухой, что ли? Ну, блин, а как его... Его надо, типа, перепрыгнуть. Опа. Давай, иди сюда.
Окей. Что я взял? А, все понял. Так, ну там внизу две штучки есть. А! Все, я понял. Сейчас мы его обманем. Сейчас мы его немножко подобманем. Ах, твою мать! Блин, а как я успеть-то? Вот собака, смотри, как все. Все не так-то и просто. Бомбтель, а почему ты внизу-то оказался? Я же тебя наверх звал, упырь. Блин. Ну а как это успеть-то, я не понимаю. Его нужно, короче, наверх затащить. Окей, хорошо. Иди сюда. А я не хожу вообще, лол. А! Нет, его... Я не знаю, короче, как его надо отсюда... А, может быть, его надо, слушай, знаешь, как сделать, смотри. Может быть, вот сюда его надо наверх затащить. Ну, блин, ну, я не успею все равно, я там даже не хожу в этом месте. А, может быть, вот так надо сделать, и он вот туда свалится. Да, я правильно понимаю или нет? Блин, ну он там сидит теперь. Он слышит вот эту хрень? Нет, не слышит. Значит, надо поближе тянуть. Не понимаю я, короче, как это работает. Ну ладно, давай попробуем сейчас вот тут. А, оп, стоп.
Ага, все, я понял. Блин, я-то думал, его можно будет, короче, тут как-то обмануть, а его просто тупо нужно было туда загнать, и все. Что это такое? А что мы получили? А, вижу, что-то получили. Так, туда мы не допрыгиваем. Вот до сюда мы допрыгиваем. Так. Мы получили типа какой-то лифт, да, получается? Да ё-моё. А, нифига себе, ты Спайдермен. Нормально. И это новая какая-то история сейчас будет, видимо. И была заперта боль внутри каждого, пока тлеет искра в землях. Так, мы опять за рыцаря играем. Давай, иди сюда, усище. И сдались многие, привыкли боги. Когда не переставая чувствовать ее. Так, крысы мощные, собаки. А это что за... Да иди ты на! Давай, раз на раз. Блин. По жопе получила, а? Собака-тварь. Это что за кое было за хрень? Ай. Так, с крысами пока разбираемся. Паучишка. Паучишка. Опа. Вы всегда были те, кто боролся, кто искал дорогу из земель этих. Тихо-тихо-тихо. Фредди Крюгер, блин. Блин, получили ударчик, да-да? Туда, где нет власти хранителя. У меня какой-то появился суперудар, что ли, новый? Сверху закладывают так нормально, да? Непонятно, короче, история про этого рыцаря пока что немножко, но ладно, это не беда. Опа! И верили они.
Опа! Вот это мощно! На, это было мощно упасть прям. Хорош. А, мне надо вниз падать. А, нет, не надо вниз падать пока что. Вот теперь можно и вниз, да? Усы, давайте нападайте на меня. Ёпте! Черт. Хорош. А чё так быстро? Ну ладно. Ой, ёптель, поптель. Даже те, чья душа черна, продал ее за свое желание. Верили они. Но хранитель не отпустит их. Ему нужна боль, которую они множат и собирают ему. А еще и сильнее нужна их собственная боль. Так. Что-то мы пока не собрали ни одной, по-моему, боли, да? Блин. А нам нужно вроде 60, да, для истории? Или нет? Подожди, мы же отсюда пришли вроде, нет? Или я что-то путаю? Ну да. Что за бред? А что я там такое, я не понял, подобрал? Ну ладно. О!
Теперь, может быть, те двери откроются. Пойдем посмотрим. Да блин, ну спрыгни вы ты. То есть я, короче, типа, пришел сюда зачем-то, за рисунком. И все, что ли, получается? Получается, что так? О! 53. Ну, 53 это все равно мало. О, еще одна. Отлично. 54 уже. Может быть, где-то, где-то еще здесь есть, нет? Ну, вроде нету, да? Так, ну тогда, значит, 54 это мало все равно, в любом случае. Пойдем тогда туда, посмотрим, может быть, дверцы нам... Да, спрыгни-то, дверцы открываются. Блин, ну это, конечно, долго по всей карте так бегать. А, и вот это мы не можем дверь как бы открыть. А, подожди, а вот тут-то что у нас? А как туда попасть? Я же могу этим... Что-то я про это вообще забыл. А как туда вот попасть? Это нужно через... Еще выше, что ли? Подожди, забраться. А, вот сюда нам. Да, пойдем-ка мы попробуем там уничтожить эту штуку. Текс. Опа, ёптель. Я и забыл. А я здесь и не был. Оказывается. Блин, я сдох. Бред. Но он не хотел почему-то. Я здесь и не был, оказывается. Смотри-ка. Вот это прикол. И что? А, все, понял. Открыть. Да-да-да. Отлично, все, вспомнили. Так, мы это открыли, хорошо. Активировать. А, ворота вот эти просто тупо открыли. А зачем? О! Так, одну штучку поимели, хорошо. Подожди, вот надо как направо как бы уйти немного. Блин. Я не собрал ее! Ой, они... А они сюда могут даже запрыгнуть? Да ладно. Ёптель-моптель, серьезно. Подожди, я вон там-то и не был. Или я был? А, я, по-моему, здесь был уже, да? Не. Или... Да, нет, не был. Или был? Нет, не был. Какая-то библиотека, подожди. Или был я здесь? Я что-то не помню уже. А почему мужик опять стоит этот? О, а я могу его открыть опять. Я вон, смотрите, тут и не был, оказывается. Ладно, сейчас пройдемся. А почему я не могу убивать тогда и этих упырей? Опа-па. Там можно что-то разломать. Есть. 57. Опа, 58. Так, хорошо. А я сюда если... Блин. Так. А, так, а я же здесь был.
Или что? А вон там что? Справа от меня! Ёп, парный карась. Блин, опять умер, дурак старый. Вон там, мне нужно туда вот попасть. Где чувак стоит. Да блин, да не, ну не надо так делать. Ну ты бесишь. Мне надо туда попасть. Не, иди сюда, паук. А мне там ничего не открыть же, да? Я так подозреваю. Паук, иди сюда, камон. Хорош. Блин, и сразу меня колбасить начало. Что за бред? Почти сдох, кстати. Но нет. Вот здесь вот что у нас? Оп. А, так а мы же здесь были. Ё-моё, я и забыл. Мы здесь были. Вот ты старый. Не помнишь ни хрена. Мы здесь были, да. Все, отставить. Ну давай, иди сюда. А, слушай, может у трупика что-то есть? Не, у трупика ничего нет. Так, тогда что? Тогда возвращаемся. Блин, а как тебя теперь согнать оттуда? Слышь? Пс, парень. Так, и чё дальше? Так, 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 и чего дальше? Непонятно, да? О! А! Я катушки же нашел. Вот что это такое было. Так. Не открывается. Активируем. Что мы заактивировали? Мы что-то заактивировали. Ага. Так. Ну в смысле, ты же лезешь. Так, а вон там справа еще что-то есть. Ой. Прикольно. А что это такое за животное-то, интересно? Как мне их обойти? А! А, они, короче, безвредные. Все, понял. Это что такое? Это на меня смотрит или нет? А, ё-моё, вот ты, конечно, да. А, зачем мне опускать? Рубильник. Рубильник вижу, хорошо. Там что, там непонятно. Опа-па. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А, блин, она внизу она была, я не видел. Как так-то? Так, так, там мне нужно закрыть дверцу тогда. Правильно я понимаю? Да, правильно я понимаю. Мы тут закрываем, там открываем. Логично. Эть! Эть! Эть!
Да блин, ну я нет, ну нет, ну нет. Ах ты ж бесяка какая, ну ладно. А почему? Что не так-то я сделал? Не понял, подожди. Теперь понял. Теперь понял. Вот эта дверка. Ее можно открыть теперь, да? Да, ее можно сейчас открыть. Будет, понял. Хорошо. Ага. И что это нам дает? И что это нам дает, интересно знать. Так, мы успели. Ага. Ну, прыгай. Так, и вот теперь мы тут открываем. Ой, точнее. Все, да? Так, теперь нам нужно вниз. Подожди, может быть здесь еще какие-нибудь эти? Нет, нет пока. Туда никак не пройти. Так а теперь мне как? Мне теперь через низ или через верх лучше? Блин, я же даже не знаю. А я наверх не заберусь уже, да? Не заберусь. Нужно все делать, это будет. Тогда через низ пошли. Через низ, через низ, через низ. Так, так, так. Опять сейчас типа наверх лезем, правильно? А там я был, по-моему. Или не был, что-то не помню. Ну ладно, давай до сюда добежим. Так, сейф. Опа! Мы путешествуем. Ну, то есть как? Мы раньше жили в доме, но кто-то решил, что мы должны начать путешествовать, и подбросил нас сюда. Теперь мы путешествуем. Я знаю одного парня, он хранит истории. Ты любишь истории, а не об этом мире. Я знаю одного парня, он хранит истории. Все, да, у меня больше ничего не это самое. Хорошо. Разбить. Пятьдесят девять мало. Надо еще 10. О, еще одну. Спасибо за тот случай, но ты знаешь. А с кем я говорю-то? Вот с ней или нет? Я знаю одного парня, он... Да-да-да-да-да-да. Да не надо, не надо. Так, ну ладно. А с тобой можно говорить? Нет, нельзя. Непонятная, короче, штука какая-то. Использовать кирку. Так, погнали. Ага. Что это там нам дает? Так, это нам дает одну штучку. 60, хорошо, еще одна. 61. 61 достаточно, чтобы... Блин, как ты... Блин, почему ты умер-то? Ну ладно. Так, 61 нам дается 61. Так, больше тут ничего нет, никаких приколов, да? Правильно? Правильно.
Значит, валим отсюда. 61. В принципе, у бабки уже можно историю слушать. Или нет? Открыть. Давай, давай, открывай. Хорош. И можно наверх еще прыгать. А, это мы тут оказались. Все, понял. Все понятно, все ясно. Лезем наверх. Или лучше историю пойти послушать у бабки. Не, ладно, давай сюда пока пройдем. О, лисица. Нет, а подожди, я же не послушал историю у бабки. Может быть, зря я это сделал сейчас? Так, за лисицей побежим или как? Или будем слушать историю бабкину? Я думал, это уже финал, это не финал. Мне нужен ключ. Ну, мне нужен ключ, и чё? Я должна знать, что там. На шкафу стоит телескоп. Я люблю смотреть на звезды. Я люблю смотреть, ну и чего мне нужен? Толкни дверь. Какую дверь? Это штука, на которой рисуют картины. Что за гвоздь? Можно рисовать на... Не, мне нужен тут ключ. А что он за дверь? Он говорил. Ящик нагрет тряпкой, на тряпке нарисованы игрушечные медвежата. Ненавижу этих тварей. Игрушечные медвежата, естественно, враги игрушечных кроликов. Ну там, да, агрессивный кролик. А ты пробовал тянуть на себя, когда мы были с другой стороны? Или только толкала? А, ага. Нужен ключ. Нужен ключ. Подожди, а я могу? Ага, могу. А, но не могу. Понял. Могу, но не могу. Хорошо. Ключ. Не-не-не, вниз давай. Ну, да, не открывается, я понял уже. А, до света мы не дотягиваемся. Я понял тебя, малая. Так, открыть.
Ты очень шумишь. Я ее больше не боюсь, она ушла. Пусть она теперь боится. И что там, ничего нету у нас? А там? Так, ладно, нам нужно вниз пойти, там нужно найти в этот ключ. Ну есть еще и он всегда... А, он всегда на работе. Она меня постоянно испугалась, но почему? Я не знаю, мне все равно. Я должна узнать, что они прячут на чердаке. Подняться? Куда подняться? Я, мне кажется, под потолком вентиляции, через нее можно пролезть в их комнату. Что? Откуда ты? Неважно. А, в их комнату можно, да? Сейчас, давай тогда залезем. Под потолком в их комнате есть... подняться? Что значит подняться? Куда подняться? А, подняться, ё-моё. Точно. Открыть. О, птель-моптель. Тарелочки нас накажут, не плевать. Так, хорошо, тогда спускаемся. Больше ничего нету, да? Наверх я не могу сюда никуда. Так, погнали тогда, значит, вентиляцию пролезать. А где вентиляция? Вот это ж, типа... Или нет? А, у их комнаты есть вентиляция. А где она, вентиляция-то? Может быть, вон там она? Не, нету, не вижу. Значит, должна быть вот эта вентиляция, правильно? В смысле? Ну, не залезаешь? А, нужно эти... Ну, в смысле? Почему ты не... Ну, почему ты не берешь... Ты... Бред какой-то, ну ладно. А, или может быть на чердаке имеется в виду... Чё он там сказал тут вообще этот... Что-то я ничего не понимаю, короче. А вот это что за кнопка такая? А, это свет, типа, просто. Подожди, этот зайчик сказал, что у них там есть на чердаке у них, но я не могу открыть, я не могу взять стул этот, да? Я никуда не могу забраться, по идее. Я никогда не слышал, чтобы кто-то играл на нем. Я умею играть на барабанах, самое лучшее в барабанах, потому что барабаном может быть кто угодно, даже пианино. Главное взять палку побольше. Шахматный столик. Так, ладно. Здесь я не могу залезть никуда, тут я не могу открыть дверь. Правильно? Правильно. Так, тогда вниз. Так, подожди, я что-то внизу, может быть, еще не выйти. Куда это мы выходим? Нет. Так, зайти внутрь. Запутался вообще, ужасно запутался. А сколько еще у нас, как бы, сюжет-то, подожди. То есть это вот это еще две, в принципе, да, и будет типа финал, да? Ну, уже и так уже много наиграли времени. Наверное, я буду заканчивать на этом, да, или нет? Ты так давно увял, умер. Вокруг залито водой.
Не, не открывается. Не, не открывается эта тоже дверь. По идее, как бы, нужно как бы в вентиляцию попасть, но она не хочет почему-то убираться. Может быть, не эта вентиляция? Я не могу эти стулья взять. Так, ну что там у нас? Значит, нам нужно найти вентиляционку. А может быть, вот там, где и тарелочки разбились, может быть, там вентиляционка? Нет? Я подняться здесь смогу? А, могу подняться. Все понятно. Взаимодействие. Ага. Зайти внутрь. Вот вентиляционка вот тут, короче. Так. Значит, и мы ползем по вентиляционке на... А как это, типа, мы наверх как бы ползем, получается, да? Ой, куда-то вышло-то. А, дверь теперь все открыта, все, понял. Так. Открыть. Ну там ничего не будет, ключ, наверное, где-то, я не знаю, где он должен быть. Взять, что я могу взять? А, стул могу взять. А, так вот, по книжному шкафу сейчас и заберемся. Это интересно, чья комната? А, ага, так. Опа. Вот в шкафу, наверное, будет, да? Включить свет, типа. В шкафу, наверное, будет. Или нет. А это слева там моя комната получается, да? Так, открываем. Это, типа там, скорее всего, справа это кабинет, а это спальня, да? И он где-то в спальне. Осмотреть. Что осмотреть? Осмотреть. А, я могу забраться, о. Открыть. А, я могу забраться. И чего? Открыть. А, ключ выглядит очень старым. Должно быть, это он. Ну, пойдем попробуем. Так, выходим и пробуем ключик. Все-таки выясняем, что же там было на чердаке или чего не было на чердаке. Если там детишки, то это будет тут немножко... залезай ты, неповоротливая. Так, сбросилось-то... Так. Опа. И... Это... Это был... Думаю, это был енот. Как же так? Тут ничего нет, только старый хлам. Ну как же дети, которых они похищают? Где они их прячут? Труба. Какая еще труба? Чего? Каминная труба. Внизу нет камина.
Ничего не понятно, но очень интересно. Господи, подвал полных старых детских вещей. Я была права. Они похищают детей. Заберите меня отсюда. Заберите меня отсюда, пожалуйста. Мама, папа, пожалуйста, где вы? Так, ну, в общем-то... Не уйдет никуда, пока нужен он хранителю. Все равно закрыто это багну забагалось, короче, все забагалось. Или не забагалось, не знаю. А нет, не забагалось, все нормально, играем дальше. Воу-воу-воу-воу-воу! Чуть не убили собаки, твари. Сдаться боли. Но тайна о цветах души живет в людях и растет их чистые сердца. Так, что дальше? Почему я могу шевелиться? И перестают чувствовать боль в свете цветка своего, хранитель перестает их видеть, как видит каждого в землях своих. И наполняет цветок любовью сердце породивших его и утопляет, и утоляет она боль. И перестают они быть нужны хранителю. И куда это мы попадаем? Но у тех, кто служит хранителю, никогда не будет цветка души. Им никогда не уйти, их души черны. Если украл цветок, он не станет твоим.
such things should never happen. Такого не должно быть в мире. Цветок должен оставаться с тем, кто породил его. Скорее уйти, пока он не вернулся. Мы найдем мой дом, только не бойся. Мне только нужно взять припасы. Вода, набрать воду. Так, пришел отец и... Зачем вы меня похитили? Верните меня к маме и папе. А это усыновили, что ли, они ее? Удочерили, точнее. Где мои родители? Что с ними случилось?
Если что, я не играю, это заставка. Змея это ведьма, я так понимаю, или нет? Или я ошибаюсь? А, это мать. Она кого-то убила. Мы уйдем втроем, как и хотели. Он уже с ней. Скоро буду и я. Листочек какой-то. Что за листочек? Какая-то очень мутная история, если честно. Так, а это мы уже играем. А, она позвонила тому самому. Ага. Его пронзила боль, я правильно понимаю? Правильно. А что с... А, это будет сейчас нам историю рассказывать, я надеюсь, или нет? Это отец и мать, у них ребенок. Он никогда не был рыцарем. И все мы служили хранителю, так или иначе. И у каждого есть свое желание. Но главное, его сердце не было черным, ведь когда-то и он вырастил свой цветок души.
Ну, на девочку смеялись, мы это уже видели. Did not manage to save it. Но он не сберег его, и это разбило его. And that was his undoing. And she, well, и она не простила. She never forgave him. But yes, ну да, второй цветок он действительно похитил. Но есть кое-что, чего ты не знаешь. Ты была слишком мала, и они боялись сказать тебе. Они были слишком заняты своей болью. Он похитил цветок у смерти. Похитил тебя. И принял тебя всем сердцем. Но она не смогла. Ты должен был уйти со мной. Мы должны быть с нашей дочкой. Мы все равно будем с ней, слышишь? Она винила его. She blamed you. Она винила тебя. Some have некоторым достается больше боли, чем они могут выдержать. And the pain. И боль сломала ее. She wanted them to leave. Она хотела, чтобы они ушли вместе. To follow their flower. Ушли за своим цветком. And that night. И в ту ночь they did leave. Они ушли. She took him with her. Она забрала его с собой. She took my son. Забрала моего сына. Но он ищет дочь ее, а она, видимо, убежала. Или нет, не знаю. Записка. Был, кстати, такой фильм, не помню, как назывался, где у родителей умер ребенок, а отец, короче, взял и новорожденного украл. И интересный такой фильмец. Не помню, как называется. Там снимается этот чувак из Постал Валдау, или как его там. Она пришла в сгоревший свой дом, да?
Интересно. The pain stays with Больно us всегда forever. Остается с нами. It can subside. Она стихает, It притупляется, may grow dull, но она всегда внутри. It'll never leave us. And we live with it, и мы живем с ней, стараясь, чтобы боль не развеяла нас. We fight it every day. Сражаясь с ней каждый день. But но боль бывает разная. They're sacrificing yourself. Самопожертвование — это тоже боль. Отец, который пропадает на работе, чтобы дать ребенку лучшее будущее. The mother, мать, которая посвятила себя семье без остатка. Until there is nothing left of her. Your pain is the price you pay. Ты платишь своей болью за то, чтобы кто-то мог почувствовать себя лучше. To make someone else smile. Чтобы кто-то мог на секунду улыбнуться. But trading someone else's happiness Но покупать чужое счастье своей болью не единственный путь. Life doesn't want Жизнь не питается твоей болью, ей не нужны твои страдания. It simply is а она просто is. Есть. You don't have to fight. Не нужно с ней сражаться. All we can do is Все, что мы можем помнить о тех, кто ушел. And do our best for those и делать все ради тех, кто остался. All of us carry our pain Каждый из нас несет в себе боль. Another way, второй путь, even if you're in даже pain, если больно самому, another way is to take someone второй путь — это принять чью-то боль как свою собственную. And make it your own. Так а как он ее спас-то, если они там пролетели сколько-то этажей? Ну ладно, это уже лирика. Вот такая вот... Ты помнишь? Do you remember it? Ты помнишь, это была история о боли? Tale about pain? I was wrong. Но я ошибалась. It's это история about о любви. Love. I will tell you. Я расскажу тебе эту историю. Tell you once again. Снова. Вот такая вот игра, в принципе, не замысловатая, в принципе, все вот так вот, очень много было всякого, это самое, но в итоге все очень просто и понятно. Значит, была, значит, дочь, она покончила с собой, отец смог достать где-то другую дочь, мать с ума сошла, зарезала отца, а мы бегали за, соответственно... Отца-отца. Ну, надеюсь, вы поняли. Такая вот игруля получилась. Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Шмыгов. Всем счастливо, всем пока.